Теперь у нас так красиво, заходишь во двор и сразу видно, что в беседке. Отремонтировала дверь, было разбитое стекло, я его случайно разбила, придавила бедром. Ну, в общем, заменила на сетку, теперь так здорово стало. Мало того, что видно, так теперь и свежо, там хорошо, прям вообще, прям сказка. И сразу скажу, Ося сбежал не через разбитую дверь. Так, Боня, это что это за новости? Боня, выходи, тебе нельзя сюда. Сейчас Фрунзик будет злиться. Фрунзик, кто это к тебе в гости пришел? Ты видел? Фрунзик. Ничего себе, какая она хитрая, проскочила. Не бойся, Фрунзик, я тебя не дам в обиду. Не переживай, но познакомиться вам надо. Чтобы ты даже не боялся, когда она за дверью сидит. Повозмущайся на ней, повозмущайся. Что это тут кошки ходят какие-то, да, Фрунзик? Скажи, Бонька, чего пришла? Сидишь там за дверью? Сиди. Скажи, это мое царство, не приходи сюда. Боньке поиграться хочется, да, Бонь? Бончик, ты играться хочешь, малышка? Да, моя девочка. Ну, повозмущайся, повозмущайся на нее, чтобы она не заходила к тебе без разрешения. Че это она пришла, да? А ну, Фрунзик, покажи ей. Че это за дела, скажи? Ты к ней не приходишь. А она тут такая деловая. Все, Бонь, все, на улице уже надо. Неинтересно тут, Фрунзик не играется с тобой. Ну, Бончик, ты такая чумазая, на улице поселилась. Домой вообще идти не хочется, да, дома неинтересно. Ну, сейчас холода наступят, придешь. Все, Фрунзик, отпускать Боньку. Ну, видишь, ты даже не переживал, не нервничал.